Полицейские искали не ворованный лес, а документы, способные подтвердить или опровергнуть причастность работников предприятия к преступлению. И были очень озадачены, когда столкнулись с активным противодействием со стороны руководства и работников «Синтез-Т». Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ОМВД России по Брянской области на следующий за обыском день. Суземцы с приведенными на ведомственном ресурсе сведениями не согласны категорически. Не знаю, правомерно это, неправомерно, но никаких бумаг, на основании чего они зашли на частную территорию, предоставлено не было. Мотивировали тем, что поступил какой-то сигнал, что здесь происходит противоправное действие. Я, допустим, как частное гражданское лицо, не совсем понимаю, как можно производить обыск у кого-то, допустим, в доме, на территории, в гараже, без присутствия самого хозяина. У них в документах было отражено не самовольный поруб в 70-м квартале лесных культур. Сосна 23,9 кубометра, дуб, клен на сумму 257 тысяч. Там не указано было ни конкретно ни мы, там написано, что неустановленными лицами был произведен самобольный поруб в таком-то квартале именно Холмовского участка. Правомерность действий и одной, и другой стороны установит суд. Светлана Дробкова, события, Суземский район.